Бесплатно оформить бизнес или открыть расчетный счет, да еще и получить приятный бонус 3000 рублей. Эти услуги жителям Алтайского края в офисах Сбера предоставят быстро и бесплатно. Что для этого необходимо и какие возможности есть у клиентов, расскажем в нашем сюжете. Оформить ИП или ООО с единственным учредителем или открыть расчетный счет в Алтайском крае можно более чем в 100 офисах банка. Сбер готов помочь начинающим предпринимателям на самом главном и важном этапе, с которого все начинается – это регистрация бизнеса. С нашей помощью пройти процедуру оформления в офисах банка достаточно просто и быстро. А сэкономленное время предприниматель может направить на дальнейшие шаги в становлении и развитии своего дела. Потребуется один визит, при этом государственная пошлина не взимается. Платить за услугу банку тоже не нужно. Для оформления бизнеса достаточно предоставить минимальный пакет документов. Расчетный счет при регистрации предприятия открывается автоматически. Действующие предприниматели могут открыть расчетный счет в банке или онлайн через сайт Сбера. В течение 5 дней после открытия счета предприниматели могут бесплатно получить токен в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц. Во всех офисах, где регистрируют бизнес, клиенты также бесплатно могут выпустить электронную подпись от ФНС России. Спасибо Сберу за такой полезный сервис. Мне, как начинающему предпринимателю и человеку, который общается с большим количеством начинающих предпринимателей, очень важно и удобно получить столько сервисов в одном месте и за 20 минут посещения. Для новых предпринимателей действует акция. Сбер подарит 3000 рублей клиентам, которые откроют расчетный счет в банке до 30 ноября 2023 года включительно. Подробности на сайте Сбера.